Мои подписчики и зрители часто спрашивают, есть ли бесплатные курсы эстонского языка, есть ли вечернее время, на какие уровни. Злобные комментаторы ехидно пишут глупости про отсутствие этих курсов для работающих в Эстонии. Курсы обучения эстонскому языку есть на любое время, на любой уровень, для тысяч людей. Возможностей полно. Если есть необходимость, например, по работе, и если есть хоть небольшое желание и упорство самого человека. Но! Вот с этим у многих людей проблема. Проще писать комментарии, что нет бесплатных курсов, хотя они начались на моей памяти в 1995 году прошлого века. Я сам участвую в их организации с 2008 года. И тысячи людей их прошли. Но парадокс, говорят, что их нет. Бесплатные курсы по изучению эстонского языка в Эстонии. Внизу будут ссылки, все ссылки на эту информацию, где их найти, как зарегистрироваться. А наверху будут всплывать подсказки на видео об этом. Итак, курсы, которые я считаю номер один в Эстонии. Интеграцион Сихтасутус, или Инса, короче. Они предоставляют очень большой спектр обучения для всех постоянных жителей Эстонии. С 18 лет, от 0 до С1. Что за уровни? Вот про это видео выскочит подсказка наверху. Что это уровни от А1, с 0? Объяснение наверху. Итак, курсы от Инса. Начнем с курсов. С уровня А1 до Б2 по вечерам. Также есть утренние и дневные группы. Конкретное расписание утверждается после регистрации в январе и в августе. А в 2020 году, обратите внимание, в этом марте будет дополнительная регистрация. Следите, вот ссылки я выше, внизу. Так, дальше. Следующий проект тоже Инса. Это клубы эстонского языка и культуры. Они для высоких уровней, для B2 и C1. Что за клубы? Это проект по развитию разговорных навыков для поддержания уровня эстонского языка и знакомства с культурой Эстонии. Принять участие в деятельности клубов могут взрослые, начиная с 18 лет, имеющие подтвержденную свидетельством категорию B2 или C1, или диплом от Инса. Также подходят старые категории Кесктасы, Кырктасы. Кстати, в марте на них тоже уже открыта регистрация, ссылочка внизу. Можете записываться. Следующее. В 2019 году появились бесплатные Эсти Кели Майет. Там все очень просто. Приходите и получаете консультацию и направление на бесплатное обучение. Если есть желание, внизу ссылка и на этот проект. Номер два. Но тоже очень... То есть я рассматриваю только самые большие курсы. Номер два – это биржа труда, Työtukassa. Очень хорошие курсы с нуля до B2. Очень много часов обучения выделено на каждый уровень. Для безработных с 8 утра до 17.00 предоставляются эти курсы. Для работающих тоже есть. Есть программка в рамках повышения квалификации. А вот очень интересный бонус, что при очень сложном графике работы можно договориться и на индивидуальные занятия, которые будут оплачиваться той же Työtukassa. Представители учреждений тоже могут ходатайствовать в Työtukassa об обучении своих сотрудников. И практически всегда на моей памяти им идут навстречу. Номер три. Курсы Сеси Кайца Академия. Они организуют курсы с нуля до B1. Их цель, чтобы люди получили гражданство Эстонии, чтобы не осталось людей с серым паспортом. Курсы контролируются, и с каждым будет заключен договор. Если ты бросил курсы, оплачиваешь сам их. Мне этот метод очень нравится. Там практически курсы не бросают.
это три номера, да, это те проекты, в которых я участвовал и участвую сейчас. И точно знаю, что все эти курсы и клубы, они бесплатны. Не упомянул Келли Кохвик, Инса, но это то же самое, что, ну, очень похоже как клубы, только там еще более неформальное общение, но это тоже есть. Так вот, все эти курсы, клубы, кофики, они бесплатны, но не бесконтрольны. Проблема в людях, которые, начав обучение на подъеме, я смогу, ура, я такой, блин. А потом, не преодолев первых трудностей, бросают. Это так обидно. Учителя хорошие, они очень расстраиваются. А люди бросают, ну, потому что ленятся. Да, много всяких факторов. Даже то, что... Короче, в основном лень. Очень обидно, когда они бросают. А бросают почему? Ведь надо учиться запоминать слова, сотни слов, быть дисциплинированными и целеустремленными, хоть чуть-чуть, добиваться цели. А это сложнее. Проще сказать, государство ничего не делает. Вот. Обучение я сравниваю с похудением, с бизнесом или марафоном. Начать легко. А до конца доводит только сильные, а слабые пишут комменты и ноют. Кто из них прав? Решать вам. Резюме. Если есть желание, то бесплатно овладеть эстонским языком на уровне до B2 не составит труда. Только самые ленивые и озлобленные люди не выучили эстонский. Если вы не инвестор и не миллионер из США, вам нужно знать эстонский язык, чтобы работать, чтобы больше получать денег и общаться. Многие просто не привыкли к свободе, когда выбор за ними. Учить или нет, прививаться или нет. Раньше, даже когда делать рентген, приезжал на завод этот аппарат. То есть сейчас вы должны принимать решения сами. Сейчас свобода. И выбор такой, принимать решение, учить или нет, или ничего не делать и ныть, нам не дали, вот все прямо в клювик, нате. Будьте свободными, принимайте решения сами, эволюционируйте. Хотите жить в Эстонии, удачи вам в освоении эстонского. Итак, внизу в описании все ссылки. Всем пока.